Короче, подумал тут, надо ли вам вообще снимать какие-то кружочки, всякие прикольчики, или не нужно? Вот так вот, например, нужно себя вести как блогер настоящий, вот так кружиться, потом музыку подставить, да. Вот такой вот вайб. Let's go. Он притворяется. Блин. Да блин, что он на меня? Я думал, на... нападает. Сука, смелый такой, мелкий, блядь. А такой смелый? Вот, учитель.